Всем привет! 31-й тур МЛП первой лиги. Мы с вами на стадионе Ахмат-Арена в столице Республики Чечня. Город Грозный. Здесь свои домашние матчи во второй половине этого сезона проводит Владикавказская Алания. Поехали! Антон Ано подает стартовый свисток к началу матча. Краснодар с центра мяч разыгрывает и сразу же длинная передача вперед. Давайте состав гостей назовем, не откладывая в долгий ящик. В воротах Михаил Штепа, номер 73. Алексей Герасименко что-то придумал. Вот коронку на левом фланге. Передача в штрафную и можно бить в дальний. И есть удар. Ростислав Солодотенко мяч спокойно забирает. И здесь уже оказывается Цараев. Оставил мяч Гергобиани. Хорошая передача в штрафную. И вот первый момент у Алании. Бьет по воротам Заур Тарба. Опасный штрафной. Гурциев посеменил, но бить будет Гергобиани. И вот удар. Мяч лизнул в сетку ворот. Вот матч. Коронква прорвался. Коронква. Но Солдатенко сыграл еще лучше. И обратите внимание, как психует Кучугура. Подача Халназарова на дальний угол. И удар отличный. И гол. 1-0. Ничего себе. Ярлыков забивает. Ну ничего себе. Во второй игре Владимир забивает первый свой гол на профессиональном взрослом уровне. И момент не закончен. Мазурин подработал мяч, бьет. И Штепа тащит. Хорошая атака Алани. И удары опасные. И в створ, что важно. Мяч уже был далеко. Попал он по сопернику. Еще один дальний удар. Вот это да! Пушка страшная, как говорил классик. 1-1. Ну ничего себе приложился. Передача отличная. Гергобиани бьет вторым касанием и забивает. 2-1. И вот в этом моменте уже вопросы, конечно, к Михаилу. Как его только не назвать. Михаилу, конечно, Штепе. Ну а Гергобиани забивает 9-й гол в этом сезоне. Потеря. И момент у Алани на третий мяч. И влетает он в ворота. Гергобиани дубль Гергобиани. Записывайтесь в клиенты. 5+3 в последних 5 матчах. Против Краснодара 2 у Николая Гергобиани. Гергобиани. Хороший навес и удар. Мяч пролетает над перекладиной. Мазурин забегает. Качмазов под правую убрал. Пробил и забил Сослан. Вот это да! Вот это удар. Правый, нерабочий ногой. Закрученный в дальний угол. И Качмазов. Хотя, конечно, сезон... ужасный Краснодар. Вот момент. И вот удар Карпова. Боже мой, ну как отсюда можно не забивать? Плиев. Отыгран Плиев. 5 футболистов Краснодара в чужой штрафной. Ну же, где удар? Вот удар и гол. 4-2. Все-таки забивает Краснодар. И делает это Дмитрий Кучугура. Подбежали полузащитники. И 5 футболистов Краснодара в чужой штрафной. Гурциев пробегает, Галаян подает, хорошая подача! И показалось даже, что мяч залетает. Так, а вот ошибка, пенальти должен быть. Ну, конечно, заплелись сзади ноги футболисту. Нет, симуляция или что? Ну, ничего себе, Антон Анопа показывает желтую карточку за симуляцию. В центре есть предложение, Карпов, штанга! Это было здорово, но сегодня не день Карпова, конечно. Есть на 3-4, но есть и смысл. И вот направо. Момент. Еще один. И 5-й гол влетает в ворота Краснодара 2. И это хет-трик Николая Гергобиани. Вот теперь матч точно можно заканчивать. 3 гола Николая Гергобиани. И Антон Анопа дает финальный свисток. Победа Алании 5-2. Первый в профессиональной карьере хет-трик Николая Гергобиани, с чем мы его поздравляем.